Когда солнце в зените, самка хамелеона должна найти тень до того, как ее кровь перегреется. Любое насекомое на ее пути находится в опасности. Но хамелеон избегает встречи с песочной осой, зная, что ее укус очень ядовит. Столкнувшись с подобной опасностью, хамелеон использует хитрую обманную тактику. Он начинает раскачиваться и двигаться рывками, имитируя движимый ветром лист. Но хамелеона поджидают куда большие опасности. Одна из них покрыта толстой защитной шкурой. Имеет быстрые когтистые лапы. И аппетит почти ко всему, что движется. Это скальный варан длиной почти 1,5 метра. Хамелеон замечает его первым. Он в смертельной опасности. Чувство страха запускает поток гормонов, который активирует клетки кожи хамелеона. Через минуту хамелеон уже меняет свою внешность. Он раздувает свое тело, чтобы выглядеть крупнее и опаснее. Новая окраска, ставшая реакцией на угрозу, делает его более агрессивным. Ящерица позволяет хамелеону пройти мимо. Температура повышается, и самое время вернуться в спасительную тень деревьев. Хамелеон начинает восхождение, используя свои необычные лапы. Каждый из них имеет по 5 пальцев, соединенных в 2 группы. Но деревья не гарантируют полной безопасности. Это белощекий ворон. При замедленном просмотре видно, что ворон, наводя клюв и когти на хамелеона, не замедляет своего полета. Но сегодня жертвой станет кто-то другой. Хамелеон быстро занимает оборонительную позицию и крепко цепляется за ветку своим сильным хвостом. Ему повезло, ведь ворон достаточно силен и способен поднять в воздух даже черепаху. Теперь ворону предстоит искать новую добычу.
Thank you.